У Беларуси протягивается проверка безопасности места массового знаходжения людей. Под пильной увагой гандлевые объекты, кинотеатры, ночные клубы, а так само помешкание установ эдукации. Супрацовники МНС разом с представниками доброохотного пожарного товариства наведали интернат номер 1 Белорусского державного университета транспорту. Совместно с активистами БРСМ яны прошли по поверхах, провели размову с персоналом и проживающими. Специалисты так само проверили работу вентиляционных каналов и провели выпробование крана внутреннего супрацьпожарного водопровода и пожарных гидрантов. По таблице, в зависимости от диаметра сопла и давления, мы определяем расход воды литр в секунду. Наши работники, значит, на примере данного общежития проверили работу вентиляционных каналов. Значит, данные замеры, которые проводились, показали о том, что каналы работают неустойчиво. Значит, на данном общежитии надо провести ряд дополнительных работ по прочистке, может быть, по наращиванию каких-то оголовков. Только за 2017 год было проведено больше 110 акций. Это совместно с МЧС, и половина акций проводилась, а также самостоятельно провели больше 50 акций. Для замацавання атрыманых ведаў і адпрацоўкі навыкаў адбылася вучэбная эвакуацыя. Па легендзе ўзгаранне распачалося ў сталовай, пасля чаго спрацавала пажарная сігналізацыя. Удзельнікі добраахвотнай пажарнай дружыны дапамаглі студэнтам пакінуць будынак, праверылі, каб ніхто не згубіўся ў калідорах і ліквідавалі імправізаванае ўзгаранне.